здесь вот зал заседания, где мы нас судили. Прокурор был в дрезину пьян. Это, видимо, он тоже понимал, что он судит мальчиков. И у него, видимо, совесть, он старался заглушить вот этим делом. Я считаю долгом все-таки своим доказать, что не все в лагерях были сволочи. И вот нас готовили для контрразведки. Вот. Основная работа была это работа с репатриантами, вот эти, которые попали в плен к нам и так далее. Вот. Там проводилась работа с выявлением, вот, кто там был, или шпион, или там вредитель там какой был, да. Это первый мой шаг на свободу. Я через силу улыбался, потому что мне хотелось послать это домой, чтобы родители видели, что я жив.